Штурмовые отряды легиона пополняются пехотными снайперами, марксменами. Они обучаются по серьезной программе. Марксмены нужны для устранения наиболее важных, мелкозаметных, маскированных целей для работы как в городе, так и в горно-лесистой и лесистой местности. Марксмен – это высокомобильный снайпер. Эта специальность требует определенного уровня подготовки. В легионе есть все необходимое и есть грамотные инструктора, которые готовят качественные кадры для нашего легиона. В легионе есть соответствующее обеспечение по прицелам и оружию. А также снайпера получают все необходимое. Наиболее подготовленные марксмены переходят в снайперы. Курсанты проходят обучение с разными винтовками. В данном случае у нас представлены образцы М1А SACOM-2 и винтовка Remington 700. Это винтовка с продольно-скользящим затвором. Это винтовка полуавтоматическая. Но все курсанты проходят обучение со всем видом оружия и владеют, в принципе, всеми видами оружия снайперского. Если вы хороший стрелок, то в легионе вы пройдете достойную подготовку, чтобы стать не просто стрелком, а стать марксменом либо военным снайпером.